лайфхак сегодня будет о том, где можно покупать продукты еще дешевле, чем на рынке. На тайских рынках, конечно же, цены дешевле, чем в супермаркетах, но есть прям настолько тайские рынки, что цены, допустим, в 50 бат за помидоры будут вам казаться космически дорогими. И на полтинник тут можно затариться овощами прямо на несколько дней. Ну, он прям совсем тай-стайл. А, мясо даже есть. Наташа, а это что такое? Это редька. Какахи. Редька. Какахи слона. Редька. Тоже продаются, пользуются спросом. А тут у нас рыбный рай. Пойдем найдем рыбу к пиву. Да, удобно. Вон, видишь, пакет. Это суповой набор. Да. Тут у нас готовая еда. Одежда. У нас сумки, портфели, рюкзачки, обувь, много-много сумок. А теперь мы идем в рыбный отдел. Продают наши любимые дурианы. Наташа, вонючка, понюхай. Да, вообще не пахнет. И смотри, сколько игрушек на этом рынке. Да. Сюда ребенка водить не надо. Пойдем. О, хочу! Это Наташка открыла свой тай-базар. Это шутка. Что за рыба такая? Нет, это не рыба. Вот, смотри, какая рыба. Я поеду на рыбалку скоро и такую же поймаю. Ха-ха-ха. Проблема в Таиланде какая? Здесь рыбы к пиву нету. Она вся у них сладкая. И это мне не очень нравится. Поэтому мы сегодня пошли на этот рынок в поисках рыбы к пиву. Возможно, что-нибудь найдем. Вот с кунжу там более-менее что-то похожее. Маленькие рыбешки. Может, соленая вот это. Сейчас буду пробовать. Мы изучили весь ассортимент. И даже эта рыба, выглядящая очень по-соленому, на самом деле она с сахаром. Вся рыба абсолютно с сахаром. Прикиньте, всю рыбу они в сахаре делают. Все, что вы сейчас видите, это не подходит к пиву. Дуриановые колбаски. Дуриан пас. Очень круто. Такие улочки узкие. И куда они ведут? Это был настоящий тайский рынок. С тайскими ценами и тайскими продуктами. К сожалению, себе мы ничего не нашли здесь, того, чего искали. Смотри, сколько побрякушек. Тут можно приобрести часы за 100 бат, всякие разные, какие хотите. И даже, если кому надо, тут можно приобрести Apple Watch. За соточку любые, красные, розовые, черненькие, без проблем. Тут продаются волшебные грибы всякие.
Одежда, смотри справа какая, сверху над головой. Да. Не мишная. Да-да, пахнет очень вкусно. Овощами и фруктами. Хочется чего-нибудь такого кисленького? Хурма дорого, а вот мангустины. Мангустины за 25 бат, это круто. О, эппловские. Эппловская хурма. Это был тайский рынок. А теперь песенка. Это наш саундтрек. Как обычно.